Всем доброе утро. Вот очередное утро, очередная тренировка. У нас тут дождь хороший. Вот, так что дышится легко. Еще раз всем доброе утро. Будет что-то интересное сегодня, я еще раз что-нибудь включусь. Ну, как это бывало уже неоднократно при записях различных видео, когда мы пользуемся выносным микрофоном, иногда бывает так, что микрофон-то мы подключили, а вот включить его забыли. Так вышло и в этот раз. Во время регистрации микрофон не работал, поэтому звука вы не слышите. Но, по-моему, по видео понятно все и без слов. Помощники, смотри, кроме того, что как бы помощь команде в принятии решений, да, там, у вас как бы полно. Я буду давать инструктажу. Первый день начался, старт начался, берешь свой телефон, мы сделаем завтра, мы сделаем чат, где не будет товарищей спортсменов, там будет только мы будем. Мы помощники, тренера, там все, мы будем замечательные спортсмены. Те, которые, в принципе, находятся за сектором, я объясню, рабочим, потому что у нас будет чат. Надо вязать. Первым делом приехал на сектор. Israel! Israel! Я бы вам написал. 11. Israel draw 11. Two one is in. C. A. B. Okay. Italy. We'll be right back.
Please welcome the national team of Israel. Олеж, пожалуйста, без мата. Я занимаюсь, блядь, тут, блядь, я руковожу процессом. Олег, я записываю видео. И там потом переведешь, затерешь. Что я затеру? Я загружаю напрямую с телефона, блин. Я вовремя пришел. Взвесили рыбу, я так понимаю, нашим ребятам. Жаль, что не успел на само взвешивание. Ну, тоже хороший момент, попадет в фильм. Хоть что-то. А то я бегаю между секторами, пытаюсь что-то снять, и снимать-то нечего. Не, сейчас могу. Драку снимали. Снимай меня. Снимаю тебя на видео. Тренер, ну что скажешь? Дай бог, этой ночью мы дадим жару. Угля в стране, дай бог. Как Кузбасс? Ну, мы не как Кузбасс, но почти. Но антрацит пойдет, я понял. Антрацит пойдет. Мне нельзя сейчас говорить, да, нельзя материться. Нет, и мы это видео, это не эфир. Я потом вырежусь еще. Максимум я вырежу. Максимум я вырежу дрямовый. Потом дрямов тебя вырежут просто и все.
Слышишь, горячий этот, как ты там, дагестанец, кто-то там у нас? Попали в горячую точку. Вообще. Что там случилось? Объясняю. Товарищ Арман из казахской сборной, находясь на холме, увидел падение с помба своего, своей команды в момент, когда англичанин забрасывал. И решил, что это оснастка англичан упала к ним в сектор. Вместо того, чтобы спокойно разобраться, посмотреть на лески, он в диком атрофе начал орать и кидаться на англичан. Чуть ли не с кулаками. С матом. С матами, с кулаками. Эти не могли понять, он же по-английски не говорит. Они не могли понять, что он от них хочет. Он им там кричал на русском, доказывая, что они закинули его в сектор. Они пытались показать ему, вот поднять удочку, показать, куда уходит леска, чтобы он убедился. Он начал на них кричать, чтобы они не вздумали трогать удилища. Типа, это улика. И он требует сюда министра торговли, легкой промышленности. То есть там рыбы не было? Никакой рыбы. Никакой рыбы. Просто, что вызвали туда 25 судей. Приехал роб. Короче, все собрали весь мир. Вот, чтобы спокойно, нормально объяснить, что ты ошибся, парень. Ты просто ошибся. Ты увидел спом своего коллеги. А подумал, что это грузило соседа. Ну, как бы пожали друг другу руки, разошлись. Ну, а ведь он, как всегда, выступал в роли переводчика и успокоителя между ними. И все. Стандартная ситуация. Скажи мне, пожалуйста, а с плетенкой что закрылось? Плетенка разрешена, потому что она не запрещается правилами ФИПС. А то, что говорил Габар на открытии, это не зафиксировано на бумаге и не подписано комитетом техническим. Раз так, значит, ну что, нельзя, раз можно, значит можно. Не показывай так. Никому, убери это все. Все, я не показываю никому. Так я ж тут снимаю, да не показывай никому. Ладно, на этом мы закончим пока этот фрагмент, потом продолжим, если что. Как говорится, удачно я зашел. Доброе утро всем. У нас тут как раз подгон. Судьи пришли. А я их уже, кстати, видел. В зоне А. Точнее, в зоне Б. Good morning. Good morning, guys. Good morning. We will have fish now. Coffee. Mineral water. Так, мне бы как-то получается надо, наверное, с той стороны обойти, потому что солнце прямо в морду. Я могу через коридор пройти. Я в конце концов типа пресса. Сколько? Не? Хоть в одну команду попал на взвешивание, то хорошо. А Вовчик спит, он устал очень сильно ночью. Сколько? 4,225. Красавчики. Положи. Сфотографироваться.
так как я цигар сектор остановлю. Продолжаем запись. Костя отпускает рыбу. Все, рыбка ушла домой. Звать сестер, братьев, бабушек, дедушек. Сейчас судьи запишут, сфотографируют, обновят табличку. Протокол. Подпись. Thank you very much. Кёсанем. Все, закончим на этом. Это пятно. Ну, да. Это пятно 120. Да. Это лечь, конечно. Как вы их определяете? А по поклевке. А, типа такая. Ну, лечь тоже рыба, тоже имеет право на вываживание, правильно? Да, на вежливые отношения. Мы же спортсмены. Мы говорим про зачетное и незачетное. Мы ко всей рыбе относимся с уважением. Пресса. Пресса. Мне можно. Они нам никому не давали. Здесь не давали куртки пресс. Я могу в этом. Я вообще на них обижен. Потому что. Ты веди прямой эфир. Не, я не успеваю долго очень включать эфир сам по себе. Я потом делаю запись, а потом загружаю. Меня вообще не записали в список, ни в какой. Когда мы пришли на регистрацию, меня в списках не было. Хотя я как бы был вроде как капитан-администратор. Вова, следи внимательно за глубиной. Там нету больше глубины, там везде это колено. Кому как. Вот колено. Вовчик. Это не прямой эфир. Это запись. Это я не обязан публиковать сразу. Сейчас оно будет. Ну, беседа. Лечь тоже. Умеет нагнать, блядь. Это не прямой эфир, но это запись, но она все равно пойдет на Facebook. А пи-пи-пи-пи нельзя вставить туда? Нет. Или вырезать? Еще добавить. Мы не умеем. Твою пи-пи туда вставить? Твою вставлять не надо. Там не надо. Дрямов, пару слов. Скажи в запись, что ты доволен. Я не знаю, я в эйфории, в принципе. Все, что хотели, мы получили. День рождения. Да. День рождения. Такой подарок на день рождения Олегу. Вот скажи, не было еще такого дня рождения? Хлопы! Он обещал. А с ним будет. Все зависит от вас. Ты единственный, кто не пил, да? Ну, не за нас. Зачем? За мясом? Мы подарок сделали. За бутылкой еще. Ну, спасибо украинским ребятам за шикарный коньяк. Он очень пошел. В тему. В тему. Да-да, настолько рил спортивный. Ждите наших отчетов.
надо было такую майку дали, чтобы ты не отличался. Потом, может, гражданство бы дали бы. У меня с собой есть. Она большая будет? Нет, да, день-то. Давайте.